половина чиновников сегодня у Плохотнюка, который есть на разных руководящих должностях, они являются все кумовьями Игоря Дадона. Понимаете, Дадон не для того крестил у них детей, не у него, чтобы с ними ругаться. Понимаете, я прощал где-то Дадона до того, как он стал президентом. Почему? Я как-то все-таки стал ссылку на то. Игорь всегда был человеком Плохотнюка. Этот был Игорь Дадон был всегда человеком. То есть его Плохотнюк растил еще во время Владимира Николаевича Воронина. Потому что, понимаете, когда я слышу, что Дадон, что большая часть всех тех, которых вы видите в правительстве, в парламенте, когда они рассказывают про то, что они живут на зарплату, что одним помогают родители, другим помогают там дети из-за рубежа отправляют. Послушайте, они все мошенники, бандиты, коррупционеры. Саакашвили правильно сказал это про таких же в Украине, они барыги, понимаете? То есть они просто барыги, которые цинично обманывают людей, у них это уже стало образом жизни.